Всем привет! Сегодня у нас 25 июня. Много событий произошло. И хороших, и плохих. Ну, наверное, одна из хороших. Давайте с хороших начнем. Что сегодня у нас праздник, краевой школьный бал. Будет он, значит, проходить у нас в городе Ставрополе, на площади Ленина. В 9 часов вечера он начнется. И у кого есть желание, можете туда проехать и поучаствовать в этом празднике. Но я, к сожалению, сегодня работаю в ночную смену. В общем, смена у меня будет с 6 часов вечера до 6 часов утра. Поэтому я там побывать не смогу. А мне бы хотелось там побывать. Значит, по съемке, друзья. Ну, меня восстановят экшн-камеры. И они в ночное время очень плохо снимают. Поэтому у меня съемки все происходят. Или дневное время, или вечернее. Ну, или утром. Поэтому снять, даже если бы я поехал, снять я там бы ничего не смог. Для этого нужна, наверное, все-таки камера получше. Ну, они меня устраивают, в принципе. И я с этих камер снимаю как в машине, так и на улице. Но, наверное, давайте перейдем все-таки к плохим событиям. Наверное, плохие события все-таки не стало Юрия Шатунова. Очень-очень хороший исполнитель песен. Жил он вообще-то в Германии, но в последнее время все-таки здесь у нас был в России. В общем, умер он от обширного инфаркта. Может, кто-то помнит еще такого певца, «Шоколадный зайчик». Ну, к сожалению, его тоже не стало. Вот все сетуют, что вот Ставрополь все-таки в том отношении неудобен, что у нас нет рек. А может, это хорошо, что нет рек? Вот просто может быть хорошо. У нас есть маленькие речушки. Ну, наверное, самая большая эта река у нас сошла. А так, речушек этих маленьких очень много, друзья. Очень много речушек. Может, и хорошо, что нет этих больших рек. Вы же, наверное, знаете, что какое нехорошее происшествие случилось в Лазаревском районе. Я так понял, что это произошло в поселке Зубова щель. Там, кстати, есть Зубов мост, один из высоких мостов у нас. И смыло там наших ставропольчан. Они приехали туда двумя машинами. Я просто очень долго искал информацию, переписывался с блогерами, которые живут в городе Сочи. Ну, а город Сочи, он очень большой, там 4 района, это начиная, наверное, от Магри и заканчивая там уже Адлером. И, в общем, как бы вот точного ответа я все-таки не узнал. Но я так понял, что все-таки это случилось там, в районе Зубова моста. Были ливни до этого, было оповещение. Кстати, у нас в Ставрополе тоже вот 2 дня был дождь. И сегодня что-то вот так парит прям на дождь. Небо так хмарится. Сегодня, возможно, дождь будет. Они приехали туда двумя машинами. Значит, одна из машин, кажется, была наша российская, это 14-я модель «Жигулей», а вторая «Ауди». Они стали на кемпинг около реки, под мостом. И вроде бы, как там пишут, что все-таки подходили местные жители и предупреждали их, что отсюда просто надо уехать. И вообще, я вот как-то вот только буквально недавно написал комментарий, что человек собирается ехать на море, приедет домой, ехать на море собирается. И на море я вот часто езжу, и бывало, что и 2 раза в год ездил, 1 раз даже 3 раза в год ездил. Все-таки надо селиться около рек неполноводных. Неполноводных и в низинах никогда селиться нельзя. Вот поверьте. Вот каждый год вот там происходят вот такие происшествия. Заливает эти поселки, кого-то даже смывает в море. И вот в итоге этих людей смыло в море. Один человек выжил, одну женщину нашли, но она, кстати, уже была умершая. Ну а вот мужчина все-таки остался живой, и как там пишут, благодаря тому, что там он увидел бревно, ведь
прошли смерчи там, смерчи прошли. Где-то смерч, может, набрал воды, вылил, и вот пошли вот такие потопы. Там нанесло и бревна, и все что угодно. Ну, вот бревно там было, и благодаря бревну все-таки он выжил. Сейчас он находится в больнице. Маленькие дети были. Дети там были и 5-летнего возраста, и самый маленький ребенок, годовалый был. Вот годовалый ребенок. Я вообще не понимаю родителей, которые везут годовалых детей на море. Вот просто не понимаю. Вот, например, у меня дочка, она там... Когда родилась, естественно, там годовалая, двухгодовалая, я что, я на море повезу? Я ее повез уже, когда ей было 5 лет, и вообще-то рекомендовали, что детей надо возить с 5 лет на море. И вот в итоге вот погибли и дети. Третий день идут уже поисковые спасательные операции. Но вот, к сожалению, и надо, наверное, все-таки правде глаза говорить. Наверное, этих людей уже не найдут. Очень часто море смывает людей. Все равно вот родители как бы ответственны за этих детей. Вот смотрите, с 5 лет я вожу дочь на море. Ведь я ответственен за нее. Вот я просто ответственен за нее. Я должен следить, чтобы она зашла в море. Она маленькая была тогда. Зашла в море. Я должен за этим ребенком следить. Должен остановиться там, чтобы ей... Ну, более-менее комфортно было. Вот, более-менее комфортно. И все-таки вот низина. Если низина, это полноводная река. Да, останавливался я так. Останавливался я так. В Лермонтово я останавливался. Полноводная река. Тогда что-то с финансами сложновато было. Дочке 5 лет было. И даже не 5 лет. Нет, 5 лет это мы в Джубге останавливались. Потом 6 лет мы в Сочи ездили. И потом я уже купил машину в 1999 году. И все-таки я поехал в Лермонтов, ну, потому что там был кемпинг, я на кемпинг я остановился. И вот это и был единственный раз, когда я остановился около этой полноводной реки. Что в том году было, вы прекрасно знаете. Там вода поднималась до 6 метров, до 6 метров вода поднималась в этом Лермонтово. Потому что потоки воды идут, если русло реки широкое, если там ручеек течет, как вот в Солониках. Я потом в Солониках останавливался. Уже на машине ездил по всяким этим путевкам, я уже не ездил. И просто на машину сел и поехал там 5-7 часов, ты в любом месте там можешь остановиться, Краснодарского края. Смотря куда вы поедете. Ну, если в Адлер там можешь больше чуть 7 часов проедет. И вот в Солониках там русло широкое. Но речушка она метровая была. Просто метровая речушка. Понятно, что при наводнении эта река просто заполнится, но с берегов она не выйдет. И вот мужчина остался жив. Я очень-очень сочувствую, конечно, ему, что он потерял своих близких. Но вот этот вот наш российский похеризм просто иногда достает. Просто достает. Если дождь пошел, надо все равно оттуда убегать. Куда-то, ну, собраться там, на высоту куда-то подняться. Тем более смерчи прошли, это очень опасно. И вообще, вот, друзья, вот, просто из своего опыта, если вы поедете на море, никогда не едьте в июне месяце на море. Но где-то погода это устаканивается, скажем так. Вот пройдут вот эти дожди, смерчи, и где-то погода устаканивается примерно... Ну, год на год не приходится. Где-то к 20 июля. Вот. И самые лучшие месяца. Вот конец июля. И, наверное, до середины сентября. Июля, август. Вообще прекрасные месяца, когда можно отдыхать. И там в это время уже никого не бывает. Но я вам так скажу. Это ведь не единственный случай. Там штормит море. В Архипо-Осиповке. Около горы Ёжик. Трое. Мужчин пошли купаться в море. Шторм, штормит. Вот шторм, прям вот, я посмотрел так видеоролик. Ну просто штормит конкретно. Они купаются. И вот спасатели, вот какая работа все-таки опасная. Вытащили их спасатели. Ну, тоже летальный исход у одного мужчины случился. Очень, вот я просто так впечатлился. В общем, ну думаю, наши же земляки, ну вот. Нафига вы туда поехали? Вот нафига вы туда поехали, знали, что дожди идут?
Сейчас же можно открыть Яндекс.Погоду. Посмотрите там на 10 дней. На месяц посмотрите, когда туда можно поехать. Тем более селиться там где-то около реки. Но еще вопрос там, вот я так и не понял, про кемпинг. Кемпинг у реки. Кто его там организовал? Вот просто кто его организовал, этот кемпинг? Все-таки там вот небезопасно, наверное, было. Ну а что этому мужчине можно? Посочувствовать только. Что у него ни жены не стало, ни детей не стало. Да машина, бог с ним, это железка. Попереживаешь на нее. За нее, вернее. И на этом все закончится. Жалко очень людей. Так что, может, в этом отношении, друзья, подвожу итог своей такой беседы. Что, может быть, даже и лучше, что Ставрополь-то нету, этих рек. У нас что, дождь пройдет, с горы стечет, может, потоки какие-то будут. Может, где-то там чуть подтопит как-то, на Салюте я вам как-то один раз показывал. Где-то там на Брусневском, на Кулаково подтопит чуть. По Мамайке, может, потоки воды пройдут, по Маяковскому. И на этом все закончится. Ох. Жалко людей вот этого нашего действительно вот российского пофигизма. Вот просто жалко, вот вы не представляете. Зачем туда вот ехать, становиться около этой реки? Ведь вы прекрасно знаете, что идут дожди, смерч. Это ж вообще опасно. Вот в 90-х годах, что было в Новороссийске? Да там вообще потоки такие воды шли, сносило все эти сараи. Сколько людей попосносило в море, машин посносило. И все равно вот люди когда забывают об этом и становятся на эти кемпинги. Если уж на кемпинг стали, вообще вот все кемпинги, они в принципе вот где-то около, хотя не везде, конечно. Вот так я поездил по морям, я в принципе проехал там, ну можем сказать, от Эмеретинки до Адлера, и Крым я тоже проехал от Керчи до Алушты. Все вот эти кемпинги в основном стоят в низине. Они, кстати, не очень безопасны. Если разобраться, то, что вы отдаете деньги за этот кемпинг, если вы возьмете, ну, даже номер, эконом-номер, заплатите чуть дороже, но у вас там просто будут условия. Вот просто будут условия. Ну, кто-то любит природу, да, вот на кемпинге остановились. Вот я даже не знаю про этот случай. Пишут, что смыло их в машине, как они там в машине были, то ли они спали в машине, то ли еще каким-то образом. Я вообще вот посоветую, вот если вы поедете, ну их нафиг эти кемпинги. Вот приехали и сразу смотрите, сразу вот определяйтесь, тем более если с детьми приехали. В каком месте останавливаетесь? Близко ли эти реки? Низина это, не низина. Во всяком случае, можете у местных жителей спросить, где топит, где не топит. Там снять просто себе жилье. Ну, в общем, вот по таким вот я нехорошим впечатлениям. Вот чисто под нехорошим впечатлением. Ну, не будем о грустном, не будем о грустном. Что делаешь? Это жизнь, а может и судьба. Ну, виноваты в этом однозначно только родители. Родители, которые привезли детей и вообще там годовалого ребенка везти на море. Мне это непонятно. Значит, по температуре в городе Ставрополь я будем о хорошем. Температура плюс, а может сейчас и больше, я сейчас посмотрю. Нет, 23 градуса Цельсия. С утра было прохладно. Ну, как видите, я чуть себя в порядок привел. Бриться не буду. Сказали, мне борода идет. Ну, пока не буду. Все-таки лето, жарко. Подстригся, привел себя в порядок. И хотелось бы, конечно, посетить этот праздник, школьный бал. Ну, возможно, по работе я там и буду. Ну, а сейчас просто поеду, поставлю машину в гараж. Значит, сегодня где мы были? Ну, я когда со своими еду, я не стараюсь там какие-то съемки делать. Я когда один, тогда я свободно уже там где-то проеду, о чем-нибудь расскажу, а так просто сидеть, зудеть в машине. Были мы сегодня на рынке Южном. Там у нас оптовый рынок. Но сказать бы, оптовый рынок, он не совсем оптовый рынок. Да, там картошку вы можете купить, в общем,
только партии, скажем, мешками там. Потому что так, килограммами ее не продают. Ну, можете там найти. Купили мы малину. Значит, сколько сейчас малина в городе Ставрополе стоит? Стоит она 300 рублей килограмм. В общем, она еще не везде пошла. Но вчера я работал, и на конечной первого маршрута, называемый Ставнигим, это место, потому что там институт был, там уличная торговля была. Ну, в общем-то, малинка у нас уже пошла, значит, малина там 270 рублей была. А что вот по этому рынку на Южном? Да, он сначала был очень-очень выгоден. Но сейчас практически цены уже сравнялись. Значит, картофель по 40 рублей. Ну что еще посмотрел? Помидоры. Помидоры 90 рублей. Огурцы 50 рублей. В общем, как-нибудь я, если буду там, сам заеду, чтобы там, все-таки, когда туда приезжаешь, я то там поставлю машину и продукты закупаем, я то машину ношу, то еще что-то там не до съемки. Вот один, может, поеду когда-нибудь туда и попробую вам показать этот рынок. Не все там дешево, не все там дешево. Клубника. Видел сегодня там клубнику 240 рублей. Я вам так скажу, что даже вот уличная торговля, на уличной торговле вы можете дешевле все купить. Ну или также купить и никуда не ехать. Ладно. Да. Вот такая вот печальная новость. Просто печальная новость. Да, мы в том году были в Лазаревском. Значит, Сочи как получается? Там 4 микрорайона. Ну, как-то мы их все равно подразделяем на какие-то там населенные пункты. И вот мы были в Лазаревском. И там же в том году то же самое было. Река Псезуапсе там, она нанесла там сколько мусора. В Дивноморском бревен и все, и штормы были. В общем, июнь это самый поганый месяц. Никогда не едьте в июне месяце на море. Выбирайте август. Да, там будет цена дороже. Сентябрь выбирайте. Ну, где-то после 10 числа. Ну, не такой сентябрь, как в том году был. Бывает, в сентябре очень даже тепло. Ну, можно еще в конце июля. Я вот практиковал, например, приезжать там 28 июля в Лазаревское. Прекрасная, хорошая погода. Еще такой вот, сказать бы, что бешеной жары нет. Она в основном начинается в августе. Вот. Лучше вот поехать вот после 20-х чисел там именно июля. А в июне лучше не езжайте. Нет. Очень-очень жалко людей. Ладно, друзья. Давайте чуть проедем по городу Ставрополю. Покажу вам, какая погода. И практически там уже что получается. Через пару-тройку часов мне уже надо быть на работе. Так, ну это улица Шпаковская. И проедем здесь по райончику. Тут машина заворачивает сюда или шиномонтажку. Или в парк поедет. Сейчас не знаю, но в том году вот, проезд здесь по транспортному проезду стоил 100 рублей. 100 рублей платишь здесь охраннику. И он вас запускает в Парк Победы. Там огромная парковка есть. Около входа там центральная часть, где сцена установлена. Елочка там нарядная, бывает в зимнее время. Так, ну, про температуру говорил, 23 градуса Цельсия. Видите, вот флаги. Ну, практически ветра нет. Вот ветра нет, но вот погодка такая, что запросто может быть дождик. Так что дожди нам не страшны. Дожди страшны все-таки вот на море. Они очень страшные. Там эти дожди, они много бед могут принести. Там же вот не только люди погибели. Там же и потопило еще 50 домов в Лазаревском районе. У нас здесь практически подтапливать нечего. Вот ночью шел дождь. Видите, все сухо. Как ничего и не было, никакого дождя. А летом вообще у нас еще бывает. О, летом. Летом у нас туманы бывают. Вот что, когда туман, интересно.
Дождик пройдет, а потом утром бывает туманчик. А так, дождь прошел, через пару часов уже все здесь высохло. Здесь чуть флаги развиваются. Сегодня суббота, и смотрю так, вот я проезжаю сейчас сколько? Ну, практически 3 часа уже. 3 часа дня, машин вообще нет. Но почему здесь нет? Я вам скажу, почему нет. Переделали здесь светофор. Вот здесь на 17-м лицее. Вот впереди светофор. И здесь переделали светофор. Я просто здесь проходил. Так, ну туда я не поеду. Вообще нет, я вмещаюсь здесь, вмещаюсь. Сейчас здесь светофор горит более 70 секунд. 74 или 79. И я сегодня просто проходил. По правой стороне от KFC, ну, я был в парикмахерской, и потом пошел, взял машину. Ну, думаю, здесь перейду. Вообще здесь вот работал светофор для пешеходов, кажется, 25 секунд. А сейчас он более 70 секунд работает. Ну и, соответственно, вот видите, как все здесь разгрузилось. Плохо ли это хорошо? Для пешеходов. Давайте грубо так возьмем. 1,5 минуты. Можно 1,5 минуты постоять, ничего страшного. Для машин даже очень неплохо. Сейчас вообще начинают переделывать у нас все светофоры. Опять переделывают светофоры. Нам звонит, чтобы мы отключали там фидера троллейбусных там линий, короче. Чтобы на подстанции фидера отключали, и работают светофорщики. И еще у нас одна новость. Появился у нас кнопочный светофор около Комсомольского пруда. Это на Кавалерийской, какая там, Дачная улица, кажется. Пока он работает в моргающем режиме. Ну и действительно, там он нужен. Вот там перейти сложно, вот потому что там машины все равно. Там ведь 2 спуска получается. Оттуда вот, короче, едут, с Руставели спускаются. Ну и здесь Кавалерийская спускается. Вот с 2 сторон, там, я вам скажу, очень сложно даже вот перейти туда, в сторону Пионерского пруда. Так, поехали. Поехали, срочно домой надо идти. А я всегда говорил, что мне времени не хватает. Вот куда, куда он перестраивается. Решил сюда перестроиться. Ну, практически по сплошной проехал. Так, здесь бывшая Стелла. А, везде розочки у нас. Еще в том году я вам говорил, что у нас летом здесь будет красиво. Потому что вот здесь на разделительной у нас розочки посадили новые. Ну, вот сейчас как раз я буду ехать, вы здесь все увидите. Вот розочки. А, уже они повяли. Ну, вот все равно ведь красиво, красиво. Вот когда цвели, вообще красиво было. Ну и практически я уже в гараж скоро попаду. Вот здесь многие поворачивают, но здесь поворачивать нельзя. Легче ведь проехать до светофора немного. И спокойно здесь повернуть. Да, ну придется постоять. Но я думаю, лучше постоять, чем тебя оштрафуют. Или еще хуже, здесь аварии бывают. И машины здесь долго пропускать будешь. Потому что так или иначе, машины идут то под Аватерсом, то вот здесь Серова не заворачивают. Так, это у нас улица Серова. А здесь вот так стал, никому не мешаешь. Ну, вот такой ветерок есть, вам видно, наверное, да? Как он чуть дует здесь. 50 секунд здесь стою я, и потом уже еду в гараж ставить машину и бегу домой.